Ровно 14 лет прошло с захвата заложников на Дубровке. Москвичи и жители других городов вспоминают жертв трагедии. Тому самому московскому театральному центру, где и произошла трагедия, с самого утра приносят цветы. На ступенях установили лампады и фотографии погибших людей. Букеты и свечи появились также около памятной доски на стене центра, где перечислены все имена погибших. Акция началась с минуты молчания, затем выступили очевидцы событий. После этого в небо выпустили 130 белых шаров. Ровно столько погибло в результате трагедии. Каждого вспомнили поименно 14 лет назад. На спектакле «Норд-Ост» террористы захватили и удерживали в заложниках практически 1000 человек. Зрители вместе с артистами. Сегодня день, когда я не могла остаться дома и просто пойти на работу, потому что это день памяти о тех, кто погиб именно от рук терроризма. И наша задача, как оставшихся живых, не забывать их. И, к счастью, у меня никого не было, но я, как любой житель Москвы, который проходит по этим улицам, заходит в театры Москвы, конечно же, не смог оставаться спокойным все эти 3 дня, пока террористы были в заложниках здесь, а также эта дата осталась в памяти навсегда.